Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам, сколько же денег Рита Керн потратила на пластические операции. Эта девушка без комплексов, и она откровенно рассказывает о пластике груди. Рита – участница первого сезона реалити-шоу «Дом-2. Остров любви». Она приковывала к себе внимание телезрителей благодаря своему бюсту, который она получила, сделав несколько пластических операций. Первую операцию Рита сделала, когда ей было 20 лет. Девушка рассказывает: «Я сделала тогда третий размер для своего мужчины, а потом решила, дай-ка сделаю себе побольше. Но тут начались проблемы, мне неправильно установили импланты, и один сместился. Я сделала на 600 мл. Из-за смещения я решилась на третью операцию». И в этот третий раз она подошла к процессу основательно. Девушка заранее заказала импланты, которые изготовили для нее под заказ. Их стоимость составила около 35 тысяч долларов. «Мне их привезли и идеально сделали, я прям нарадоваться не могу», – отмечает Рита. Керн утверждает, что представителям сильного пола нравится ее большая грудь. Сама же она испытывает ряд трудностей из-за этого. «Я не жалею, что сделала грудь», – рассказывает Рита. «Но она мне мешает заниматься спортом и бегать, а также постоянно приходится ходить на массаж». На острове любви Керн не строила отношений, но она проявила себя как настоящий провокатор. Она учила девушек добиваться женихов, а также смотрела, какие чувства возникали у пар. Рита активно ведет свой микроблог. Для подписчиков она постоянно оставляет ценные советы. Вот урок соблазнения от Риты Керн. Один из вопросов, который надо задавать на свидании – к чему ты стремишься в жизни? И если мужчина отвечает, что у него есть конкретная цель, тогда спроси у него, а какой план? И слушай, что и как он говорит, насколько продуманно идет к своей цели. А как же проверить, что у него и правда есть цель, что он достойный мужчина? Допустим, он сказал, что хочет открыть свой бизнес. А теперь присмотрись, чем он занимается. Если он утром играет в компьютерные игры, а потом и днем продолжает играть, а вечером он все еще за компьютером, а ему 28 лет, то о каком бизнесе может идти речь? У него же на генетическом уровне заложено рабство. Научись отличать мужчин, которые просто что-то говорят, от мужчин, которые реально что-то делают. И еще один момент – смотри на его родителей. Они его воспитали, они были его примером, они могут сказать о нем даже больше, чем он сам. Подписчики считают такие уроки соблазнения от Риты вполне адекватными и разумными. Но некоторые возмущаются, до чего дожились. Девушки легкого поведения жизни учат. Если такая умная, почему сама не замужем? И большинство подписчиков, конечно же, считают внешность Риты очень комической. Кроме смеха, она ничего не вызывает своей внешности. Губы, вареники, коровье вымя, гипертрофированные ногти и ресницы – все это уже прошлый век. Давным-давно в тренде натуральность. Многие считают, что после операции Керн выглядит намного старше. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.